Ну что, мы сейчас поедем покупаемся в бассейне, если получится, конечно, туда, в принципе, зайти, пока не знаю. Он платный, находится в гостинице, в гостиничном комплексе «Беларусь». Там же у нас есть выпуск про фруктовый сад. Посмотри обязательно, ссылочку прикрепляю. Погнали. Мы собрались в бассейн. Сейчас вам немножечко покажем, что там за бассейн, сколько стоит. Родион, отходи с дороги. Артём, вот наша команда из 4 человек. Немного покажу вам пути до этого бассейна. Мы, кстати, пока не знаем, где он находится. Сейчас приедем, будем его искать. Вот, перед Роснефтью, в сторону Стасовка, поворачиваете налево и потом опять налево, вот в такую крутую гору. Вот, видите, тут прям такая гора, еще немножко разбитая такая дорога. Да, здесь вот находится фруктовый сад-парк, выпуск у нас есть, ссылку оставляю. И вот так вот куда-то поднимаетесь. Подъем здесь достаточно мощный. И где-то здесь, в общем, комплекс «Беларусь». Вот, у них есть бассейн. Вот, здесь можно, кстати, снять тоже квартирку. Белки стоят, белка на белке. Вот видите, комплекс отдыха «Беларусь». Очень здорово, сюда можно, оказывается, заехать на машине. Даешь на пропускной, на проходной удостоверение. Сейчас нас запишут и запустят. Здесь, значит, есть оздоровительный корпус, открытый бассейн, спортивная площадка и прокат лыж. Лыжи нам не нужны, мы приехали купаться в бассейне. Вот так вот это все выглядит. Вот сейчас мне дадут документы, и мы поедем. Были, не были уже? Не были. Второй корпус налево вот сейчас поворачивает. Вот сразу налево, ага. За ним четвертый сразу большой будет самый. Туда на ресепшн также с этой стороны оплачиваете. Вы в открытый бассейн? Да, в открытый. Оплачиваете на ресепшн, и бассейн получится за корпусом. Ага, все понял. Там поставите где-то, наверное, в районе корта машину или, ну, где увидите скопление. Ага, все, хорошо. Спасибо большое. Все, мы заехали, объяснили, что куда. Вот, поедем, сейчас покажем, поплаваем. Припарковали, сейчас пойдем оплатим. Вот там бассейн, есть, кстати, закрытый, крытый, но мы пойдем в крытый. И, кстати, любителям тенниса большого, здесь вот как раз корт, можно тоже поиграть. Единственное, что по ценнику не могу сказать, но могу узнать. Родион, давай. Сейчас купим билеты. Заходи, Родион. Здрасте. В общем, за детей платить не нужно. Дали нам вот такие вот браслетики. Дали нам чек 900 рублей на двоих. Действует на целый день, но при условии, если ты находишься на территории. Если ты вышел, то все. Вот такой бассейн, есть детский, взрослый, прекрасный вид. Родион бегает, Настя его уже ловит. Вон Тёмка, обязательно под зонтом, потому что мы сгорели. Ребят, ну что, как вам? А я вас снимаю. Это детский бассейн, лежаки, зонтики, вид шикарный, да? Давай, Родион, ко мне иди. Давай.
Ой, как ты лежишь. Как же здесь круто, и получаешь вот такой заряд незабываемый впечатления. Посмотрите, гора на высоте 500 метров. Ты плаваешь, кайфуешь, наслаждаешься. Есть вот такие здесь беседки. Видимо, под шашлык, да, вон мангалы стоят. Видно. Сядьте правильно. Горячо, да? Сюда приезжать можно, мы будем сюда тоже ездить, дети вообще довольны, воды напились, наглотались, наплавались тоже. Настя, тебе понравилось? У Насти прям, видите, много впечатлений. Еще раз, Настя, тебе понравилось? Мы, короче, накупались от души, выезжаем сейчас с территории. Тут просто, не знаю, бомбическое место, оно на самом деле очень сильно заряжает, потому что ты вроде находишься на высоте. Вроде, казалось бы, обычный бассейн, но учитывая, что он находится с видом на потрясающие высокие горы, которые в снегу, заряд получаете, я вот не знаю, нереальный. Кто будет на Красной Поляне, обязательно приедьте, покупайтесь в этом бассейне. Если вы просто приехали в Сочи, в Адлер, на море, обязательно доедьте до Красной Поляны. Адрес этого гостиничного комплекса, или как он правильно называется, не знаю. В общем, будет все написано. Здесь также можно снять квартиру, пожить в районе 25-30 тысяч за апартаменты. То есть, ну, студию. Тут же детская площадка, фруктовый сад, вот опять ссылочка. Но здесь невозможно играть днем, потому что сейчас солнце очень сильно палит. Я думаю, что на солнце, конечно, температура перевалила за 30. Ух! Короче, вот так вот. Сейчас едем детей укладывать спать. После обеда, может быть, еще приедем сюда, поплаваем. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Обязательно подпишитесь на наш канал. Давайте до новых выпусков.